Приветствую вас. И первое, что хочется сказать, это то, что любить нескольких мужчин нельзя. Если вы любите троих, значит, в каждом из вас, из них, как вы сами сказали, есть что-то, что вам нравится. И вы просто-напросто, недополучая внимания, любви от родителей, в этих мужчинах, парнях берете то, что вам нужно. И вам кажется, что вы их любите. На самом деле, любить можно только одного человека, и любить его, и любовь проявляется в том, что вы желаете сделать этого человека счастливым. Соответственно, нужно задать вам вопрос, хотите ли вы кого-то из этих троих парней сделать счастливым, и если да, то именно его вы любите. Так можно определить, истинная ли влюбленность у вас или нет. Дальше, следуя по тексту вашего письма, складывается ощущение, что вы недостаточно в себе уверены, вы сомневаетесь в себе, у вас есть некоторая проблема с самооценкой, с гордостью, с уверенностью в себе и так далее. Это может быть как следствием комплексов, так и негативного отношения со стороны родителей. Соответственно, если это комплексы, то комплексы можно убрать. Для этого нужно в первую очередь понять, что есть комплекс, он представляет собой эмоциональное восприятие определенной ситуации как целостной и неумение эту ситуацию разбить на элементы. Особенность этого в том, что при встрече с определенным элементом любым из этой ситуации в реальной жизни у вас запускается вся эмоциональная реакция на всю ситуацию в целом. И методом борьбы с комплексом является разрушение этой ситуации как целой и разбивка на соответствующие элементы, чтобы вы поняли, что связи, осознали точнее, что связи между ними нет. Далее, если вы в себе не уверены, то уверенность в себе нужно повышать, и не за счет нескольких романов с молодыми людьми, а за счет постановки себе целей, деления этих целей на задачи и выполнения этих задач. Тогда, видя успех и результат своей деятельности, вы поверите в себя, будете повышать собственную ценность, в результате чего мужчины для подтверждения вашей нужности вам будут не нужны. Вы сами будете чувствовать, что вы востребованы, что вы полезны, что вы нужны. Далее, отношения с родителями всегда носят определенную специфику. Дело в том, что родители воспринимают своих детей через призму своих ценностей, своих взглядов и никогда сразу не воспринимают их в качестве взрослых. Если они вас, как вам кажется, не любят, то есть некоторая вероятность, что вы ошибаетесь. Просто они стремятся вас как-то защитить, они стремятся вас от чего-то уберечь и так далее. В первую очередь, нужно и желательно понять, что родители желают вам всего доброго, потому что они по-другому, скорее всего, не могут. Но делают они это так, как лучше всего кажется именно им, и поменять их в этом у вас не получится. Можно лишь только принять их отношения и стараться с ним жить, ну а делать, естественно, по-своему. То есть негативное отношение к родителям нужно снять. Для этого необходимо проработать ваши детско-родительские отношения, чтобы помочь вам лучше их понимать, лучше в них разбираться. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучше, буду благодарен. Пока желаю вам удачи, всего доброго и правильного решения относительно своей дальнейшей жизни.